Добрый вам всем вечер, уважаемые друзья, мои подписчики в соцсетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, мои подписчики на канале YouTube. Снова с вами я, Наталья, волонтер бездомных животных города Ефремова, Тульской области. Хочу передать вам первые приветы от Жули. Сегодня она посетила стационар, ей сделали рентген и уже назначили массаж. Хочу вам вкратце рассказать о том, почему я выбрала именно город Рязань, потому что, как я говорила ранее, Жули – это мой третий инвалид города Ефремова. Второй инвалид – наша Фрося. Вот. С разрывом спинного мозга, перелом с разрывом спинного мозга. Вот. Попала к девочкам в клинику Рязань, и наша чудо-собака сейчас ходит. Вот, вот после заставки «Твори добро» я вам немного расскажу о Фросе, познакомлю вас с этой собакой. Ну вот, Фросю и три ее сестры щеночками подкинули к моим знакомым в гараже. Мы их волонтировали, кормили, стерилизовали, чиповали. И однажды мне Татьяна звонит и говорит: «Наталь, помоги, Фросю сбил машина». Вот, но заключение было у нее перелом, тазобедренный перелом. Вот мы вылечили ее. И буквально через неделю Татьяна мне звонит вновь и говорит, что Фрося очень плохая. Я приезжаю и понимаю, что у собаки все очень намного уже серьезней. Мы повезли ее в Тулу, нам озвучили диагноз, что у нее перелом позвоночника с разрывом спинного мозга, что это 100% инвалид. И как-то все, наверное, на все Господь. И получилось так, что мы познакомились с девочками с Рязани. Я позвонила им, на что мне сказали: либо вы везете собаку свою сейчас, либо никогда мы ее не принимаем. Это было 9 часа вечера. Я перезвоню и спрашиваю, почему, на что мне отвечают, что в таком состоянии у собаки важна каждая минута. И мы садимся с Татьяной и в ночь везем Евросинью в Рязань. Вот. Ну, там ей полностью занимается. В общем, когда Фросю сбила машина, она еще и у нас получила энтерит. Заработала энтерит. Кто знает, что это такое, да, тяжелейшее заболевание. Вот мы с Татьяной круглосуточно практически ее капали, лечили. Вот. И, в общем, Фрося крепилась как могла. Насколько это возможно. Вот. Это тоже удивительная собака. Сейчас в конце фотографии вы увидите видео «Привет» от Фроси, которая, какая она сейчас, вот, как девочкам удалось. То есть три заключения клиника, и все сказали, что ну, Фроси ходить не сможет, она 100% инвалид, потому что разрыв спинного мозга еще никого никогда в жизни на ноги не ставил, да. И это удивительно, это, наверное, удивительно, потому что все мои подписчики в Одноклассниках, вот, они все держали кулачки, мы все молились за Фросю, желали ей скорейшего выздоровления, вот, и, то есть, ну, чудо случилось, Фрося начала потихонечку приходить в себя. Потом мне девочки позвонили и сказали, что у Фроси обнаружена мочекаменная болезнь, и нужно собирать средства на операцию. Ей еще, в общем, в возрасте один год она прожила, она пережила, бедная, у нас все, что только можно, да, то есть операции на почках. И сейчас на данном этапе, то есть, да, сегодня девочки скинули нам Фросин видеоролик, вы сами посмотрите, насколько все в этой жизни возможно. Главное не сдаваться, не опускать рук, просить у Господа Бога за братьев наших меньших, и Он всегда нам поможет. Он же, я еще раз говорю, не просто так дал нам животных в этот мир, привел их, чтобы мы о них заботились, чтобы мы им помогали. Спасибо вам огромное всем. Приятного всем просмотра. Спасибо. Творите добро. Фрось, как ваша ничего? Ну куда ж ты убиваешься, если с тобой не успеваешь? Оп-оп-оп, как ваша ничего?